будет ли волноваться, чрезмерно будет волноваться о человеке, находящемся в пути. Знаете, волноваться не надо, молиться надо. Естественно для человека беспокоиться о том, кто находится в путешествии, особенно в долгом, опасном, сложном, связанном с военными действиями, с какими-то экстремальными условиями, но для большинства современных людей путешествие — это неотъемлемая часть жизни. Я когда-то буквально жил в самолетах и посетил огромное количество разных мест, разных стран, в том числе далеких. Ну и вот приучил людей, которых я дорог, не испытывать по этому поводу беспокойства, не писать, не звонить. Ну вот это нормально для человека — много путешествовать даже в рамках одного города. Мы уже, наверное, около трети, четверти нашего времени проводим в дороге. Поэтому, когда человек беспокоится слишком сильно, простите ему это, но напомните, что главное – это наша молитва друг о друге, а не эмоции, особенно когда эмоции, ну вот такими бывают, может быть, навязчивыми и слишком сильно способными подавить волю, осложнить жизнь другого человека. Верим друг другу в руку Божию и будем настоящую заботу проявлять как раз через молитву, а не через то, чтобы постоянно доказывать другому человеку свое внимание и свою заботу.